10. То есть работаем бой с тенью, двигаемся в полном приседе. Понимаете, да? Без моей команды не встаем. Не опускайся на шаг. Все, работаем. Выполняем все удары, которые знаешь. Вот так двигаемся и не встаю. Вот, видишь, почему-то умеешь. Попробуй боковые оплеухи там пощущины. Снизу, сверху, не встаем. Если хоть один человек встанет, всем добавляю 10 секунд. Дышим. 30 секунд прошло. Работаем, работаем, работаем. Работаем. Миша закончил, остальные работают. 15 секунд осталось. Концовочку работает. Миша закончил. Концовочку работаем. 10 секунд осталось. Я не вижу серии. Вы что, как коллеги? Работаем. 5 секунд. 3, 2, стоп. Отдыхаем. Встали, встали, не валимся. Вы что, ребят? Это тренировка. Это не бой. У вас нет эмоционального напряжения. Боя как такового нет. Верхняя поверхность бедра у нас поработала, спина поработала, тазобедренные поработали. Все вот это. Сейчас мы работаем полторы минутки по 45 секунд. Значит, тот же бой с тенью. Думаем только о серии. Вспоминаем крестообразные серии. Вспоминаешь двойки, Егор. Вспоминаешь удары прямые, которые знаешь там. Но единственное но, работаем на левой ноге. То есть работаем, двигаемся, все видим противника, ныряем. Правой ногой не касаемся земли. Это равновесие и тренировка голеностопа. Приготовились? На носке, да? Да, на носке. Время. Двигаемся. Все. Не касаемся земли. Все, руки выше. Вспоминай крестообразную серию. Раз. Левый снизу, снизу правый. Нырок выше. Левый боковой, два снизу правый, нырок выше. Серия из 4 ударов. Егор, серия из 4 ударов. О ноге не думай. Пусть она ждет. Прямые удары ты хорошо делала. Прямые удары. Мелели ногу. Работаем, не стоим. Не стоим. Это что за остановка? Ручки у лица. Треть секунд осталось. Такой же раунд, полутораминутный. Я не вижу ударов. Голову ниже. Рот закрой. Выдохи. Нормально двигайся, легко. Чаще удары. Не забывай о защитах, подставке. 10 секунд осталось. Концовочка. Начали. 5 секунд осталось. Закончим. Отдыхаем. Минута на...